Владимир Васильевич, поздравляю вас с победой. Спасибо, но она ни о чем особо не говорит. Сборы. Какие впечатления у вас от этой игры? Никаких, чисто рабочие. Взял на заметку то, что где слабые места, и отметил, что нам еще много над чем работать. Соперник сегодня был слабоват, или все-таки у нас уже наметился серьезный прогресс? Прогресс определенный есть. Я не скажу, что он серьезный. Соперник, я не сказал бы, что слабоват. Тоже «Торпедо Москва» серьезная вывеска, фирма. Едут игроки, которые хотят себе, в общем-то, пробить место под солнцем, поэтому где-то они нас переигрывали в первом тайме. Мы в первой половине много без мяча играли. В общем-то, в концовке где-то реализовали моменты и под контроль взяли мяч во втором тайме. Владимир Васильевич, осталось 3 дня с небольшим до старта в первенстве. Еще каких-то игроков за это время успеете взять в команду? Конечно, успеем, потому что у нас всего 17 пока в заявке. Необходимо 21-22 для того, чтобы начинать чемпионат. А дальше оставим некоторые позиции для того, чтобы без спешки усилить. Этот спарринг был последним в межсезонье? Да. А следующий уже старт чемпионата.